Так, ну давай переходим к следующему вопросу. Это, наверное, будет живое пиво. Есть ли живое пиво? Есть ли тогда мертвое пиво? Да, классный вопрос, да. Это классный маркетинговый ход от маркетологов наших. И я считаю, что, ну, типа, считается, что живое пиво хранится, ну, там, 3-7 дней. От этого оно вкуснее, интереснее, там, и так далее. Но на самом деле, если пивовар и пивоварня качественно, имеется в виду, соблюдается чистота и так далее. Вообще пиво в целом это очень такой... Стерильный продукт. Стерильный продукт, да. И очень легко заразить на любом этапе пивоварения. Даже на там, розливе и так далее. Соответственно, те, кто заявляет, что живое пиво это самое вкусное пиво и типа хранение 3-7 дней, это просто нестерильные, недобросовестные пивоварни, которые говорят, типа, выпейте быстрее, мы просто не знаем, скиснет оно сегодня или скиснет оно через 2 недели. Просто выпейте его побыстрее, чтобы вы не отравились. Поэтому живое пиво – это такой маркетинговый ход. Если вы видите вывеску на пивном магазине «Живое пиво», лучше даже не заходите туда. Идите в нормальные, качественные, проверенные магазинчики пивные и радуйтесь тому, что оно вкусное и не скисшее. Ну, в Советском Союзе люди говорят, что, например, взять, если ГОСТ, наше Горовское, да, самое популярное пиво, не менее 7 суток должно было оно храниться, но скисало оно прямо в бутылке на 4-5 день. И вот люди говорят, что это натуральность пива, показатель. Но на самом деле это просто, в него попадали бактерии, микробы, когда да. Разливалась бутылка. Да, да, да. Был, конечно, ГОСТ, ну, то есть, что ты сказал, да, это просто несовершенство технологии пивоварения, то есть побыстрее продать для того, чтобы потребитель, ну, для того, чтобы пиво не успело скиснуть, чтобы потребитель побыстрее выпил. Да и, собственно говоря, если брать советские времена, раньше было только 2 сорта пива, это, типа, приходишь в лавку пива или бочки желтой, и там было написано, было пиво есть и пиво нет. Вот 2 сорта было только. Первое всегда еще буфетчики разгуляли. Старались навариться на этом. Соответственно, тогда еще и дефицит пива был. И срок годности 3-7 дней. Живое пиво и советское пиво, оно было типа вкуснее. Это еще, кстати, еще один миф. Типа советское пиво раньше было вкуснее, чем настоящее сейчас. Раньше трава зеленее была, солнце ярче. Да, да. И если даже, например, у пожилых людей спросить, типа, раньше в советском времени, когда было лучше жить? В советское время или при царе? Все говорят, что при царе было лучше. Поэтому сейчас в российское время, в советское время было лучше. Соответственно, отсюда и эмоции, когда ты приходишь, берешь в бидоне, наливаешь 3-литровую банку или в пакетик целлофановый пиво наливаешь и тихонечко несешь его домой, чтобы успеть выпить. Ну и от этого эмоции, они очень такие насыщенные, и воспоминания о тех временах, оно очень такое подкреплялось в голове, типа пиво вкуснее. Вот, это и есть такой миф, типа пиво было вкуснее. На самом деле сейчас технологии пивоварения прыгнули намного выше, и сроки годности могут больше быть, и живое пиво 5-дневное условно, которое сейчас пропагандируют маркетологи, оно не что иное, как просто типа выпейте быстрее, а то скиснет. Вот и все.